Ne kılavuz? Men psikologicheski uje ketatam. Bir jalgız kızım bar. Özüm mayıpmın. Uvajaymy prokuror, umuzçı meni. Da? Siz orunbasarlar kabul aldı. Bir içiniz, arızdı biriniz. Hazır çoğuştan giyin de cuvun birim. Eğer kalasanız, bu olsa siz beni çakıram. Hazırında, hoş pazarında iki toplu nuruşken de ortada var. Siz biriniz arızdı, çırık. Maç basıp aldı. Birin telegrafon. Sorağınız tuzak. Bakıttın üstüne kırış ayet et o atıktırdı adamlar. Ahman diye kafeye gel piva içi o da şaşırtıcı o da. Ayana diye kafeye gel piva içi o da şaşırtıcı lanmancı o da. Kana arızınız. Kana arızınız. Ben polisizge. Arızga da göstereceğiz lan. Poştamız kadar. Kim bu uptur? Ben ayağına çeyin cevap vereyim mi? Cevkoz. Avukat bol vakti var kurmak bu kaçı. Ben ayağına çeyin. В Чуйской области начались встречи руководителей государственных органов с населением. Во встречах, которые проводятся по поручению президента, принимает участие заместитель председателя кабинета министров Бакыт Төрөбаев, генеральный прокурор Курманкул Зулушев, первый заместитель министра внутренних дел Адылбек Бибосунов, полномочный представитель президента в Чуйской области Нурил Алымбаев. Везде коррупция кайынды шарында до сих пор иштейт. Следовательдер оперлермен балдарды савашат. Бир жарым жылдан бери пайсы сиз Зулушев бакен сиздин эмеңизге барып отуруп тажадым. Акыйкат таппай келем. Президентке чейин кайрылып атам. Бирок биздин кайындыда милициялар, прокуратура булардын уже коррупциясы уже элдин эмесинен ашып кетти. Болгондо да элден карапайым элден 10 миң сураса дагы майлы дейт элек. Булар 100 миңден ашып сурашат, 3 миң долларга чейин. Ушул убакка чейин мен болгондун бардын берип келдим бир балам үчүн. Алдан кийинки балам 5 балам бар. Азыр ошол баланын балдары бар. Бул баласынын эпилепсиясы бар. Мен бир жумада бир СИЗОго барып, бул баланы киргизип келип отам. Бир жарым жылдан бери акыйкат издеп. Биздин милициялар мына кача 5 күн савашкан мына азыр ушул жерде жүрүп атат. Дайсы бар азыр бул жерде баланы да алып чыгып атса жукка ушул балдар. Мына адвокаты жок кармашып 5 күн савашып, экспертизасы жок, экспертизасын жазашып, документтер жазап мен өкүл катары баламдын эмесине катышып келе атам. А мен уже генпрокуратурада уже бутум тешилип бүттү. Президентскийде бутум тешилип бүттү. Бизде милицияда акыйкат жок. Ким сизден 100 миң сурады? Кайсы милиция прокурор? Бериңиз карап көрөлү. Экинчи микрофон. Сурооңузду тузап берсеңиз, аты жөнүңүздү айтып. Первые встречи прошли в Панфиловском и Джаилском районах. Данные встречи проводятся с целью решения на месте проблемных вопросов, которые до сих пор не были решены в силу различных причин. Ранее во встречах с населением Джалабадской области приняли участие более 4000 человек. Поступило 1000 обращений, которые рассматриваются соответствующими структурами. Каждое обращение будет тщательно изучено и заявителю предоставлен исчерпывающий ответ. Мы слушаем народ, мы хотим решить их проблемы. Сегодня подняли 3 основных вопроса. Конечно же, один из них – это проблема воды. Также ремонт дорог и уровень образования. Мы будем искать пути решения поставленных задач. В ходе встречи жители Панфиловского и Джаильских районов подняли вопросы обеспечения питьевой водой, улучшения социальной инфраструктуры районов, строительства и ремонта дорог, а также вопросы, связанные с работой правоохранительных органов и органов прокуратуры. Проблема варда. Кайындыдан азыр билесиздер нефти ташылып атат. Мынакей ушул жерде 300 метрдей жерде кант заводуна кайрылган жол бар. Ошол жол менен ташы 37-40 тонналык машиналар. Биринчиден жол талкалап бүттү. Экинчиден айыл болгондон кийин айылда мал болот экен. Эрте мененкисин уй коёй деп geçinde uy koyay dalat. Yemi cakımda yemi. Sintabırda kızılca kalıp başlalat. O şok kızılcanın büt bardak o şölder benim taşlatta. Bu mayıl için engele uğur bulurdu. Kaysı tiki job kimge karay? Bize ne bari? Az nefti bazına taşlatkan. Niçin aşkıça düzdük cüktü oda? Sahir kayın zavod. Niçin aşkıça cüktü oda? Duşun vardın davet tekrar bile daha. Анан лежащий полицейский боюнча карагылган. Керек эмес карагылган азыр. Чыныгыз бул жерде. Жолду карап берсеңиздер. Чыккан жаз. Урунча качкан себилге чага отурушту.
Да, в сторону работы сотрудников правоохранительных органов было очень много жалоб. Это все мы проверим и решим. Для себя мы сделали вывод, что нужно провести проверку республиканского масштаба. Отметим, что аналогичные встречи с населением сегодня прошли в Московском и Сокулукском районах. Завтра, 4 августа, пройдут в Высокотинском и Аламудинском районах. 5 августа в Кеминском и в Чуйском районах. Рахат Батырбекова, Сенюсюнов, СТВ, Чуйская область.